Ей можно кашку будет накормить, она там девушку по сути спрашивает, в волонтерах. Магазинная? Нет, свое домашнее. Она предлагает привозить свое домашнее, принести свою домашнюю кошку. От корова отсюда. Во-первых, надо стабильно возить, а если это будет урытками, это... Да какая разница? День делаем на смеси, день на молоке. Вот и все. Главное, чтобы не пучило ее от молока коровья. Но я не думаю, что это будет кушать. Думаю, она у меня уже сидела.